Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья и случайные гости моего канала. Сегодня ко мне приезжает подруга с Волгограда, и мы с ней решили встретиться в нашем кафе «Лето». Ну, детское, семейное такое. Я туда сейчас в последнее время часто захожу, то выпить мохито, то поесть венскую вафлю, мне очень нравится. И думаю, ну где встретиться еще? Больше негде встретиться, посидеть, поговорить, пообщаться. Более приличного заведения, по крайней мере, на данный момент я не нахожу у нас здесь в Иволе. И я ее пригласила туда. И хочу вас взять с собой. Но... по-моему, она успела сесть на маршрутку. Мы ко времени должны как раз там с ней и встретиться. Ну что, пойдемте? Ну вот я в летнем кафе, в своем любимом, мне нравится. Мы пришли сюда с племянником встречать мою знакомую. Заказали уже меню. И что мне понравилось, вот я опять еще раз сижу, смотрю, вот детское меню, да, по ценам, очень такое... лояльное абсолютно, недорогое. И что еще? Я пока ждала, выясняла, значит, натуральный или не натуральный, мне больше всего волнует. Но оказалось, что все делается, особенно мороженое не волновало. Мороженое покупают они в метро и без растительных каких-либо добавок. То есть мороженое натуральное. Отсутствие полуфабрикатов вообще нет. Все делают сами. Даже булочки в пекарне заказывают сами. Я навела сейчас справки. Мне же нравится кафе, я же должна знать. А если натуральный, значит безопасный. Вы же согласны со мной? Просто сижу на меню смотрю. Вот даже наггетсы, шашлычки, там все девчонки делают сами. То есть это никакие не полуфабрикаты. И это радует. Вот. Меня, например, это радует. Значит, что тут еще? Вот коктейли молочные, да, тоже делаются сиропы. Сиропы, да, девчатами, да? Делаются из натуральных сиропов от известных мировых производителей. Мне кажется, это немаловажно знать от известных мировых производителей. Я уж не знаю там, каких мировых производителей, но главное, что они натуральные все коктейли. Кофе, чай. Мне вот опять говорю, нравится очень мохито. Я вот зашла выпить мохито здесь. Пока жду подругу. Она села на другую маршрутку целый час. Будем здесь ее ждать. Значит, очень интересное разнообразное детское меню. И детское меню подается, я подходила, пока девчонкам узнавала, подается в креативном виде. То есть оно украшено. То есть, чтобы ребенку было весело и интересно. Сейчас покажу, значит, что мы заказали здесь с Максимом. Максим. Мы с ним ждем. Максим, что ты себе заказал? Капучино и шаурму. Да. Смотри, какие у тебя шоколадки там лежат. Это вот шоколадка, кофе, она как у них даже вот как сахар. Фирменный, получается, прям фирменный. С названием. К лето, да? Да. Но вот. Это уже подкупает. Ну, вот как хэштег, вот кафе лето. Так, а я заказала, значит, себе мохито стоит, мой любимый, и панкейк. Вот, видите, какой, в малиновом сиропе. Ну, пока подругу жду, я так думаю, может, так сделать такой обзор кафе вам. А может, девчонки, вы нам обзор поможете кафе сделать? Мне интересно. Так, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Тамара. Тамара, вы тут кем работаете? Я управляющий кафе «Лето». Замечательно. Ну, расскажите нам, пожалуйста, что у вас за кафе? Ну, кафе у нас оформлено больше в детском стиле, но также является и семейным. К нам приходят все семьями, с детками, с маленькими, с большими. Также меню у нас двойное и для деток, и для взрослых. Есть, у нас имеется также фотозона для деток. Угу. Ну, все, как видите, красочно. Вообще все красиво, да. Вот тут фотозона, как раз расположены рыбки по бокам, чтобы ребеночек мог встать в серединку. Угу. И получились красивые фотографии. Угу. Также у нас имеется детский уголок.
вот такой автомобиль, электроавтомобиль, он у нас идет в прокате. Угу. Остальное велосипед, самокат, игрушечки, все одеты бесплатно. А можно цену узнать? Стоит 100 рублей 10 минут проката. 100 рублей 10 минут проката. Да. Да? Можно не только в помещении на нем кататься, также можете брать и на улицу выходить с ним. Угу. Ну, я смотрю, санузел есть, все, конечно, да? Конечно, да. Туалет все имеется, ручки помыть, естественно. Готовите сами, да? Я уже так поняла. Да. Я с девочкой разговаривала на стойке, что вы сами все готовите. Да, все сами готовы. У нас нет полуфабрикатов. Вообще, я вас постоянно как этот клиент. Это очень здорово. Надеемся, будет побольше. Так, еще. Там есть какие-нибудь скидки у вас там? Бывают? Да, нет? Да, у нас сейчас проходит акция. Ну, не то, что акция, а такая бонусная программа. Угу. То есть при заказе от определенной суммы даются скидочные карты 5%, 10% и 15%. Ну-ка, покажите нам, что за скидочные карты. Потом узнаем, какие вам тут суммы. Вот такие 15%, 10% и 5%. Вот такие. Угу. Действуют полностью на все меню, вне зависимости от суммы заказа. Полностью. Даже тот же, предположим, чай заказываете, вам уже дают на него скидочку. Угу. А вот, допустим, какие-нибудь акции вы проводите здесь? Да, сейчас у нас сейчас до 18:00 скидка 15% также на все меню нашего кафе по будням. И на взрослое, ну, как бы на взрослое. И на взрослое меню, да, и на детское меню, на все меню. А детское, я услышала, мне девушка сказала, что вы подаете в каком-то таком интересном, да, в красочном. Вот, предположим, у нас есть сырные шарики мышонок Джерри. То есть подается он там, выкладывается личико мышонка, ушки, и все красиво оформляется. Угу. Также с любым блюдом. А праздники у вас проводить можно? Конечно, естественно. У вас, да. Я послышал, уже проводили, по-моему, да? Да, неоднократно уже проводили. Вот на улице, на нашей площадке был вообще шикарный праздник. Угу. Нам приходила балерина, в общем, танцевали, фиксики. Опять же, мы полностью все организуем. И также аниматоров мы нанимаем, мы с ними как бы договариваемся, все общаемся. Даже тот же торт на празднике полностью мы все делаем, оформляем. Ну и, естественно, звоните нам, мы уже обсуждаем меню, также скидочка дается на празднички у нас, и уже тогда все подготавливаем к нужному времени. А вот так посетителей в основном когда бывает больше? А большинство вечером. Сейчас жарко, все на речке, mm-hmm. поэтому начинают вот после где-то 6-7 часов уже заходить mm-hmm. к нам. Mm-hmm. Отлично. Такого пива ничего нет, да? Нет. У нас детская кафе. Ланчик. А вот на улице смотрю, что-то у вас тут, да? На улице, да, площадочка. Ну-ка посмотрим. Шикарная площадка, да? Да. То есть, в принципе, можно здесь... Вот да. Сейчас уже можно сидеть, сейчас уже, конечно, не жарко. Да, вот не жарко, но опять же, даже если жарко, солнышко светит, у нас шикарные шатры накрыты. И от дождей, да? Да, конечно. Также большая, просторная, можно устраивать праздники. Посмотрите, как оформлено все, да? Все вот цветочки везде посажены, в клумбы. Вообще шикарно. Я обожаю это кафе. Наконец у нас выловили. Есть такое кафе, куда можно пойти с детьми. Вы просто посчитайте, чтобы поехать в Волгоград, сколько потратить нужно денег, да, свои кафе. И здесь. Меню недорогое. Так. Вот это вот участок, он же как-то выделялся вам, да? Спасибо нашему главе нашего поселкового совета Пушкину за то, что вот разрешил, как бы, не то, что даже разрешил, он был рад тому, что мы собираемся... Облагородить. Да, да, естественно, это все же, опять же, в пользу нашего района, mm-hmm. все выглядит красиво, поэтому все были довольны, все были рады, mm-hmm. помогали нам со строительством. Ну, ладно, а я пришла сюда, жду подругу, так что мы сейчас еще раз сделаем заказ. Большое спасибо, Тамар, за экскурсию, пока ее нету, я прям много-много узнала. И вам спасибо. Приходите к нам еще. Максим, ну что, скажи, вкусная шаурма? Да, вкусная. Ну и куски большие, как бы курицы, и начинки, ну, приличные, как бы. Да? Дашь попробовать? Да. Вот, ну как бы видно. Она считается у них новинкой, эта шаурма. Да, соус приличный, то есть она не сухая, как это бывает, возьмешь, она сухая, там, не знаю, потом можно бочку выпить воды. Да, а кофе хороший? Кофе хороший, с молоком. Я смотрю, ты уже выпил весь, молодец.
шоколадка лет в подарок тебе, да? Да, кофе. Я сейчас тоже пробую, мне очень нравится вот эта вот еда, панкейк. Я бы так назвала блинчик маленький. С джемом. Очень вкусный. Но больше всего мне нравится вот этот. Прелесть. Мохито прелесть у них. Вот смотрите, принесли нам девчонки, значит, чек. Я хочу просто по ценам опять вас сориентировать. Мохито. Панкейк. Малиновый джем к панкейку, пучино, шаурма с курицей. Вышло, значит, на сумму 340 рублей, минус 15% скидка, 289 рублей. Мелочь, но приятно. Вдвоем, на двоих, да просто замечательно, я считаю. Хочу показать вам отдельное детское меню. Посмотрите. Здесь даже есть дайнер-меню. Цены приемлемые, довольно-таки, недорого. Вот этот вот панкейк, который вот я взяла, да, вот вместе с джемом, где-то, ну, около 30 либо 40 рублей. И мохито 90, да. Именно сейчас моя скидка 15%, вот считайте, что еще за даром. Вот за даром, бесплатно. А это меню, вот можно сказать, как бы общее меню. Я тоже сидела, изучала, сравнивала с волгоградскими ценами. Кстати, у меня приезжали знакомые из Тольятти, они тоже здесь отдыхали, отмечали праздник, день рождения дочери. Они были очень приятно удивлены, что цены довольно-таки низкие. А Тольятти живут еще хуже, чем у нас в Волгограде народ. То есть вот это тоже можно как бы, ну вот, я вот для себя вот это подчеркнула. Я очень часто сюда захожу. Знаете, для чего схожу сюда? Вот угадай, для чего я сюда хожу. Поесть всяких вкусняшек, потому что дом сейчас жарко, печь неохота. Ну все, на этом закрываюсь, мои дорогие. Спасибо за внимание, спасибо, что были со мной на канале. Кто впервые был, смотрел меня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. А я прощаюсь с вами, как всегда. Ваша Света. Всего доброго, счастья, здоровья. Приходите в кафе. Лето.